Сейчас даже улицы города Омска, Тары, Калачинска, Силькуля, Красноярского, городского поселения Люблинского района помогает гражданам выбрать территории для предстоящего в 2025 году благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Всего 900 волонтеров задействовано в этом важнейшем проекте. Направления нашей деятельности достаточно разнообразны, начиная от помощи практическому здравоохранению в больницах и заканчивая специальными проектами, направлениями, которые касаются популяризации здорового образа жизни, донорства, обучения населения первой помощи и так далее. У нас достаточно большое уже количество практических кейсов, по которым у нас волонтеры ходили в лечебную организацию, там закрепились, получили целевое направление, прошли обучение в ординатуре, закончили ординатуру и на базе этой лечебной организации работают узкими специалистами. На протяжении всего 23-го года мы успешно работали на территории различных государств, прежде всего во взаимодействии с Республикой Беларусь. В этом нам активно помогало Министерство молодежной политики и спорта Омской области. У нас подписано соглашение по одному из проектов. Мы вывозили 10 семей из России, в том числе из Омской области, в Москву для шахматного турнира. И также приехало у нас 10 семей из Республики Беларусь.